И уже в первый день работы выставки форума «Россия» было многолюдно. Это неудивительно. Масштабнейший проект страны привлекает внимание и россиян, и гостей из-за рубежа. Павильон Ульяновской области – один из самых интересных не только для взрослых, но и для детей. Сложно пройти мимо кабины самолета, ветрогенератора и водной стены, символизирующей Великую Волгу. Привлекает и интерактивная программа. В нашем павильоне можно совершить виртуальные туристические туры, ознакомиться с образовательной спортивной инфраструктурой региона. Безумно понравилось. Очень много интерактива, новаторства, новшеств новых. Я никогда в жизни такого не видела. Первый раз в жизни столько нового. Ульяновская выставка очень сильно отличается от всех остальных. С Волги, с Волгограда. В Ульяновске никогда не были. Пришли на выставку. Вот идем, пока рот раскрыли, любуемся. И на нашей площадке также есть небольшой кванториум, где проходят регулярно мастер-классы для детей. А на вот этот экран, который рядом со мной транслируется, родители могут посмотреть, чем занимаются их дети. Добро пожаловать. Я думаю, что каждый найдет себе занятие по вкусу.